Во время проведения первомайской демонстрации с 9 утра до 13 часов часть центральных улиц города будет закрыта для движения транспортных средств. В первую очередь это касается Курортного проспекта. На время шествия главная улица города будет перекрыта от пересечения с улицей Учительской и до главпочтамта. А 9 мая на время парада проезд транспорта будет закрыт до стелы «Подвиг во имя жизни». Соответственно, вместе с Курортным проспектом кирпич появится на прилегающих улицах и в районе Морского порта. В связи с праздничными шествиями будет перекрываться движение на участке Курортного проспекта от Зимнего театра до улицы Поярка и шествия потом далее на Южный Мол на 1 мая и 9 мая до парка Ривьеры. Будет перекрыто движение по Курортному проспекту. Что касается общественного транспорта, по данным департамента, автобусы будут ходить согласно расписанию по измененной схеме движения. Автовладельцы же должны заранее продумать маршрут объезда или вовсе отказаться от передвижения на личном транспорте.